завтра. Ну ладно, это так, подробности. Потом. А диван на сцене будет завтра? Диван? Да не слышишь. Я-то, как вино, сахарная вата, полновата, да, взгляда. Одного моего взгляда тебе не надо. И мне уже не важно, что утонул кораблик бумажный дважды. Очень экземпляр редкий, мой сосед по лестничной клетке. А в телефоне мой голос утонет. Боюсь дышать, боюсь говорить. А в телефоне только нас двое. Алло, алло. Чувства ото всех внутри прятать. Хватит. Ярко, ярко разгорится мое пламя, пусть не кстати. Ну, но хватит быть слишком робкой. И я набиваю телефонные кнопки. Этот экземпляр редкий, уничтожает мои нервные клетки. А в телефоне мой голос утонет. Боюсь дышать, боюсь говорить. А в телефоне только нас двое. Алло, алло. Боюсь говорить, а в телефоне только нас двое. Алло, 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 а в телефоне сердце открою тебе. Алло, 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 yeah, oh yeah, алло, алло. А в телефоне мой голос утонет. Боюсь дышать, боюсь говорить, а в телефоне только нас двое. Алло, алло. А в телефоне сердце открою тебе. Алло, 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 е-е-е-е-е-е-е-е-е. Алло, алло, у-у-у-у. Ой-е, мэ-мэ-мэ. Ой-е, мэ-мэ-мэ. Ой-е, кмон-кмон-кмон-кмон. Алло, алло, е-ай, о-о-о-давай.